Chanchante Shatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripasindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we're reading Nectar of Devotion and we're on chapter 21 and the different qualities of Lord Krishna, and we're beginning from the 13th quality, which is genius. Итак, мы читаем 21 главу «Нектара преданности», которая называется «Качество Шри Кришны». И мы продолжаем с 13-го качества «Гениальный». Yeah, go ahead. Гениальным называют того, кто может опровергнуть споры любых оппонентов, находя все новые и новые доводы. В связи с этим можно сослаться на стих из «Падьявали», в котором приведена беседа между Кришной и Радхой. Однажды утром, когда Кришна пришел к Радхе, Радха спросила у него: «Дорогой Кешава, где сейчас твоя васа?» Санскритское слово «васа» имеет три значения. Оно означает место жительства, аромат и одеяние. Задавая Кришне этот вопрос, Радха имела в виду: «Где твоя одежда?» Но Кришна воспользовался значением места жительства и ответил Радхарани: «О, красавица, плененная мной, сейчас я живу в твоих прекрасных глазах». На это Радхарани ответила: «О, лукавый юноша, я не спрашивала тебя, где ты живешь, я говорила о твоей одежде». Тогда, имея в виду значением аромат, Кришна ответил: «О, счастливейшая женщина, я только что принял этот аромат, чтобы соединиться с твоим телом». Шримати Радхарани опять спросила у Кришны: «Где ты провел эту ночь?» В данном случае было использовано санскритское слово «ямушитах». «Яминьям» означает «ночью», а «ушитах» — «проводить время». Однако Кришна разделил слово «ям-ям-мушитах» на два других – «яминья» и «мушитах», в результате чего получилось, что он был украден «ямини», то есть ночью. Кришна ответил Радхарани: «Дорогая Радхарани, разве ночь может украсть меня?» Так он отвечал на все вопросы Радхарани, и лукавые ответы Кришны веселили самую любимую из его подруг Гопи. So we're hearing about Lord Krishna's genius in talking. Итак, мы прочитали о том, насколько Господь Кришна гениален в разговорах. As the word genius is defined here, that a genius person can defeat all the different arguments. И гениальность, то слово, которое здесь употреблено, означает, что человек может опровергнуть в споре любых оппонентов. So we here in the Nectar of Devotion is described as just as it's explained in Bhakti Rasamrita Sindhu, that Lord Krishna could take one word, and in Sanskrit words often have different meanings. Здесь в «Нектаре преданности» Бхактирасамрита Сингху объясняется, что Кришна мог в одном слове видеть множество значений. Just like the word «атма». The word «атма» means «soul», but the word «атма» can also mean «body», it can mean also «mind». Как, например, слово «атма» обозначает «душа», но также оно имеет значение слова «тело» и «ум». So here in this particular case, it's described a conversation between Radha and Krishna, and how Krishna took the word vasa to have a different meaning from what Radharani was intending. И здесь приведен пример того, как Кришна интерпретировал слово vasa, и эта интерпретация отличалась от того, что имела в виду Шримати Радхарани. So the word vasa can mean fragrance, it can mean residence, or it may mean fragrance, or it may mean dress. И слово васа означает место жительства, аромат, и также может означать одеяние. So when Radharani asked Krishna, "Where is your dress?" Krishna took a different meaning. He took it to mean, "Where is
your residence. Когда Радхарани спросила, где твоя одежда, Кришна перевернул это значение и взял значение слова васа, место жительства, и рассмотрел ее вопрос, как где твое место жительства. So Krishna describes to Radharani that my residence is in your beautiful eyes. И в ответ на вопрос Радхарани Кришна ответил, что я живу в твоих прекрасных глазах. So Radharani persists and she says, no, I didn't ask about your residence, I asked about your dress. So then Krishna took the other meaning, he took it to mean fragrance. И когда Радхарани сказала, нет, я не спрашивала, где ты живешь, я спрашивала тебя о твоей одежде, и тогда Кришна взял другое значение этого слова, аромат. And Krishna said, I've taken this fragrance just to be associated with you. With your body. И тогда Кришна ответил, я принял этот аромат, чтобы соединиться с твоим телом. And so in this way Krishna is showing his genius and and certainly pleasing the mind of Radharani with his cunning words. И таким образом Кришна показывает свою гениальность, а также удовлетворяет ум своим ум Радхарани, используя такие лукавые ответы. And then the other example was showing a different way how you can take words to have different meanings. That if you take there's a long word that's given yaminya musita, and Yaminyam means at night, and Ushita means pass. И также приводится пример с этим длинным санскритским словом Yaminyam Ushitah. Yaminyam означает ночь, а Ushitah означает проводить время. So, Radharani was asking Krishna, where did you pass your night? И Радхарани спросила Кришна, где ты провел эту ночь. So instead of dividing the word yaminyam, Krishna just made it yaminya, and so it had a different meaning. And instead of ushita, it became mushita, so the whole meaning of the sentence changed. И Кришна разделил это длинное слово совсем по-другому. То есть вместо того, чтобы разделить его на яминьям и ушитах, он разделил его на яминья и мушитах, что совсем перевернуло значение этого слова. So the meaning becomes that he was kidnapped at night. И смысл стал такой, что он был украден ночью. So then Krishna replies, telling Radharani, is it possible that night can kidnap me? So this was how Krishna was showing his genius, and at the same time he was giving great pleasure to the minds of the gopis. И таким образом Кришна показывал свою гениальность и в то же время удовлетворял умы гопи. The gopis would be questioning Krishna, and Krishna would reply to them in such a cunning way to reveal his genius. И гопи задавали ему вопросы, а Кришна отвечал им именно таким образом, что веселило их. Okay, go ahead, number 14. 14 качество. Артистичный. Видагдой называют того, кто говорит и одевается с артистизмом. Это достойное подражание черта тоже проявилась в личности Шри Кришны. Радхарани говорила о ней так. «Дорогая подруга, только посмотри, как замечательно Кришна сочиняет песни, как он танцует, шутит и играет на флейте, украшая себя чудесными гирляндами. Он нарядился так красиво, будто переиграл всех шахматистов. Вся его жизнь — это высшее проявление артистического вкуса». So this quality, artistic, referring to a person who can talk and dress himself very artistically.
Это слово «артистичный» показывает того человека, который говорит и одевается с артистизмом. The Sanskrit word for artistic being vidagdha. И на санскрите это слово звучит vidagdha. So we see these examples in Lord Krishna that he certainly liked to be dressed very nicely. We heard, for example, when he came from Vrindavan to Mathura, he met Kamsa's laundry man, and he was attracted to get some of the nice cloth. И мы знаем, что когда Кришна пришел в Матхуру, когда его туда призвал Камса, он по дороге встретил одного прачку, и он захотел взять у него самые красивые одежды. Krishna had come from Vrindavan, and Vrindavan's the countryside. Just like in Russia, you know, people live in far away in the countryside. Как, например, Кришна жил во Вриндаване, это деревни, как, например, в России есть тоже люди, которые живут в деревнях, и там можно купить только какую-то простую одежду. So Krishna had come from Vrindavan, and they met Kamsa's laundry man, and Kamsa was carrying all the cloths of the king, and the king naturally has the best of all cloths, very good quality, very nice colors. И Кришна попросил одежду царя. У царя обычно самая лучшая одежда, самого хорошего качества и прекрасных цветов. So when Krishna saw Kamsa's laundry man, he was attracted to have some of the cloth. And he asked him, can you give some of the cloth for me? И когда Кришна встретил прачку царя, он попросил его, ты можешь мне дать какую-то одежду? But Kamsa's laundry man took offense and said, this cloth belongs to the king. You know, you boys are just coming from the countryside. You'd be careful what you say. You'll be punished by the king. Но этот прачка счел себя оскорбленным и сказал, эта одежда принадлежит царю, и вы мальчишки из деревни, и вы должны понимать, что вы можете быть наказаны за такое поведение. So Krishna was not very happy to hear the angry words of the laundry man. So Krishna used his hand and simply cut off the man's head. И Кришна был очень разгневан словами прачки и снес ему голову. So when the laundry man fell down dead, then all of the people who were with him, they ran away. And so Krishna and the cowherd boys, they all took whatever cloths they wanted. И когда люди увидели, что прачка оказался без головы, все они разбежались, и таким образом Кришна и его друзья взяли себе все одежды. And then a little further on they met a tailor, and the tailor took the cloths which they had, and he made nice clothes for the Krishna and Balaram. И позже они встретили мастера шию, который сделал замечательные одежды для Кришны и Баларамы. So in this way, Krishna and Balaram were dressed so nicely. They were looking very attractive, very fine cloths and beautiful colors, good quality clothing, all new clothes just made for them by the tailor. И Кришна с Баларамой таким образом выглядели очень красиво в новых одеждах, ярких, красивых цветов. So we should understand, when we dress the deities, those of you who are worshipping the deity, that you should also dress the deity very nicely. You should understand how Krishna likes to be dressed very nicely. Таким образом, те из вас, у кого есть божества, и те из вас, кто поклоняется божествам, должны понимать, что Кришну и Балараму божества нужно одевать очень красиво, поскольку Господь любит одеваться красиво. And then later on, Krishna, as he was walking through Mathura, they came to Sudama the florist. And Sudama the florist was very humble and very respectful to Lord Krishna. And he offered obeisances to Lord Krishna and offered prayers to Krishna. And then he gave Krishna and Balaram beautiful flower garlands.
И потом, когда Кришна и Баларама были в Мадхуре, они встретились с цветочником, с дамой, и он подарил им замечательные гирлянды. So Krishna liked to be dressed like this, with nice clothes and a beautiful flower garland. Таким образом, Кришна любит одеваться таким образом, очень красиво, и надевать на себя прекрасные цветочные гирлянды. And we see also at Kurukshetra, even when Krishna came at Kurukshetra to drive the chariot of Arjuna, Krishna came with a flower garland, decorated with a flower garland. И мы знаем, что даже придя на поле битвы Курукшетра, чтобы стать вознищим Арджуны, Кришна пришел туда с цветочной гирляндой на шее. Other people, they were in armor, dressed in armor, but Krishna was dressed with a flower garland, beautiful flower garland around his neck. Все остальные были одеты в доспехи, но Кришна пришел облаченный в гирлянду. And we I remember I heard also about Srila Prabhupada. Devotee told me how in the beginning of the movement the devotees were making, they would make different clothes for Prabhupada. Somebody would make a big bag for Prabhupada, and someone else would give Prabhupada, make a nice hat for Prabhupada, and somebody would give Prabhupada a chadar, and in this way they give Prabhupada beautiful pieces of cloth to wear. Я слышал от одного преданного, как в самом начале движения сознания Кришны преданные очень любили дарить Прабхупаде различную одежду. Кто-то делал для него замечательные большие мешочки для чего-то, кто-то дарил ему шапочки, кто-то дарил ему чадр. And Prabhupada always also liked to have a flower garland. He would wear flower garlands. И Прабхупаде всегда нравились цветочные гирлянды. And put sandalwood on his forehead. Even in the cold weather, he would want sandalwood chandan put on his forehead. И он всегда наносил сандаловую пасту на свой лоб, даже если было холодно, и наносил тилаку на лоб. So a devotee told me, he said, Prabhupada dressed in all these different gifts which the devotees gave him. And he came walking down the stairs, looking very wonderful, very majestically. And he turned to all the devotees and he said, just see, my spiritual master has made me a beautiful jewel. Now I will make you one also. И эти преданные рассказывали, что когда Шрила Прабхупада надел на себя все эти подарки преданных, он тогда спустился к ним вниз, сияющий, очень красивый, и сказал, посмотрите, каким замечательным, драгоценным камнем сделал меня мой духовный учитель, и я сделаю вас такими же. Okay, we'll go ahead, number 15. 15-е качество. Ловкий. Ловким называют того, кто может одновременно заниматься разными делами. В связи с этим одна гопи сказала, «Дорогие подруги, только посмотрите, как ловко Шри Кришна все делает. Он сочиняет прекрасные песни о мальчиках-пастушках и доставляет удовольствие коровам. Движением своих глаз он радует гопи и в то же время сражается с демонами вроде Ариштасуры. Так он по-разному ведет себя с разными живыми существами и получает от этого полное наслаждение». So, the 15th quality is clever, and it's described that a person is clever, he can perform various types of work, different activities, all at the same time. И 15-е качество – ловкий, смышленый. То есть он, это означает то, что он одновременно может заниматься разными делами. So we're given the examples, Krishna coming with the cows, he's taking care of the cows by playing his flute, and at the same time, by playing the flute, the gopis are hearing the sound of the flute, and Krishna's also moving his eyes, which also gives pleasure to the gopis. И приводится пример того, как Кришна выводит коров, и он играет им на флейте. И эта игра
эту игру слышат гопи, и эта игра доставляет им большую радость, и в то же самое время Кришна движением своих глаз радует гопи. And Krishna is also pleasing the cowherd boys by singing different songs about their activities. И Кришна доставляет удовольствие мальчикам-пастушкам, сочиняя прекрасные песни обо всех их деяниях. And of course the sound of his flute is very pleasing to it keeps all the cows under Krishna's control. И звук его флейты подчиняет Кришне всех коров. And at the same time, if a demon comes, like Aristasura, if he came, then Krishna would immediately come and confront him and deal with the demon and kill him. И если приходят различные демоны, такие, например, как Аристасура, то Кришна тотчас разбирается с ними и убивает их. So Krishna is dealing with all these different people all at the same time. He's showing how he's supremely, he's the most clever person. И таким образом Кришна по-разному ведет себя с разными живыми существами в одно и то же время, и таким образом проявляет свое качество как самого ловкого, как самого умного. We see the different pastimes of Lord Krishna. By one pastime, Krishna can accomplish many things. И мы видим, что Кришна совершает различные, проводит различные игры, и во время одной игры он может выполнить различные задания, различные вещи сделать. So, this is unique qualities of Lord Krishna. И все это уникальные качества Господа Кришны. We may be a little clever. We have a little bit of these qualities, but we're nowhere, anywhere. We can never equal Lord Krishna. И мы можем быть смышленными, но наша смышленность она очень ничтожна, и мы не можем никогда быть равными по своим качествам Господу Кришне. As we say, we're one with Krishna in quality, but different in quantity. Да, мы равны Кришне по качествам, но эти качества, они не равны качествам Кришны по количеству. No. We may be a little clever, but Krishna is supremely clever. Да, мы можем быть немного смышленными, но Кришна смышлен в высшей степени. Okay, next quality, 16. 16 качество – искусный в делах. Искусным в делах называют того, кто может очень быстро справиться с трудной задачей. Об этом качестве Шри Кришна рассказывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам 59.17, где Шукадева Госвами говорит Махараджи Парикшиту: «О лучший из кур! Шри Кришна уничтожил все виды оружия, которым пользовались разные воины. В прежние времена основным оружием были разного рода стрелы. Одна из сражающихся сторон – выпускала какую-то стрелу, а другая должна была нейтрализовать ее своей. К примеру, одна сторона могла выпустить стрелу, обрушивающую на противника потоки воды с неба. И чтобы нейтрализовать ее, противной стороне нужно было выпустить стрелу, которая могла мгновенно испарить эту воду, превратив ее в облака. Итак, со слов Шукадева Госвами явствует, что Кришна в совершенстве владел искусством отражать стрелы своих противников. Это качество Кришны проявилось также во время танца раса. Каждая гопи обратилась к Кришне с просьбой быть только с ее партнером. Кришна тут же распространил себя во множество экспансий, чтобы составить пару всем гопи. В результате каждая гопи увидела Кришну рядом с собой. So, the 16th quality is expert, and anyone who can execute a very difficult, who has to execute a very difficult task, and if he can do it very quickly and effectively, then he's considered to be very expert. И 16-е качество – искусные дела. Искусным делах называют того, кто может очень быстро справиться с трудной задачей. In this case, we're given two examples. One is in relation to fighting on the battlefield. When you confront an enemy,
then the enemy may release different kinds of weapons against you, and you have to counteract them. И в связи с этим качеством здесь приводятся два примера. И первый пример связан с умением сражаться. То есть когда на поле битвы друг напротив друга стоят противники, и один противник выпускает какое-то оружие, то другая сторона должна уметь отразить это оружие. In this case, Rupa Goswami gives an example. That someone may release a weapon which produces a lot of water, a lot of rain coming from the sky. So you can counteract that by releasing a weapon which causes all the water to become clouds. И Рупа Госвами здесь приводит пример такого оружия, когда одна из сторон выпускает стрелу, обрушивающую на противника потоки воды с неба, потоки дождя, и чтобы нейтрализовать ее, другая сторона должна была выпустить стрелу, которая могла мгновенно испарить эту воду, превратив ее в облака. Sometimes there may be a fire weapon. So if a fire weapon is released, then you have to counteract that with a water weapon, which will put out the fire. Иногда выпускалось оружие, огненное оружие, и его можно было нейтрализовать с помощью оружия воды. So this is indicated in the Bhagavad Gita when Lord Krishna talks about the qualities of the soul. He says the soul cannot be cut by any weapon, it cannot be burned by fire, cannot be moistened by water, and cannot be withered by the wind. И это же подтверждается в Бхагавад-гите, когда Кришна говорит, что душа не может быть уничтожена ни одним оружием, ни затоплена водой, ни сожжена огнем и не уничтожена ветром. So these different kinds of weapons don't affect the soul, even though you have a fire weapon, or you cannot cut the soul also, you cannot cut the soul, you cannot burn the soul, you cannot wet or soak the soul, and you cannot dry the soul. The soul is not material, it's spiritual. То есть таким образом Кришна перечислял все виды оружия. То есть он говорил о том, что душу нельзя разделить, нельзя разрубить. Он говорил о том, что ее нельзя сжечь или потопить, и что ее нельзя иссушить. Таким образом, это говорит о качествах души. So we see in the pages of our scriptures and examples of different battles and fights where the demon will release weapons and you have to counteract these weapons with the appropriate weapon. И на страницах священных писаний мы можем прочитать множество историй о том, как и множество историй о сражениях, и как различные демоны выпускали, использовали различные виды оружия, когда а противник должен был нейтрализовать их с помощью другого вида оружия. We see the example of Ashwatthama. He was being chased by Arjuna, so he released the Brahmastra weapon. И у нас есть пример Ашватхамы, когда его преследовал Арджуна, и он выпустил Брахмастру. Ashwatthama had killed the five sleeping sons of Draupadi. In the night, he had gone into the camp and he had killed all the five sons of Draupadi who were laying sleeping. So it was a very, very unfair method of fighting and killing people. And Arjuna went to capture him. And when Arjuna chased him, then Ashwatthama released the Brahmastra weapon. И это началось с того, что когда Ашватхама ночью убил пятерых спящих сыновей Драупади, то есть это был очень неправильный, нечестный метод сражения. И таким образом, когда Арджуна узнал это, он его начал преследовать, и в ответ на это преследование Ашватхама выпустил оружие Брахмастру. And Arjuna counteracted it. He released another Brahmastra weapon to counteract the Brahmastra weapon of Ashwatthama. И Арджуна для того, чтобы нейтрализовать воздействие Брахмастры Ашватхамы, выпустил другую Брахмастру. And we see the same thing, that Ashwatthama released the Brahmastra weapon to burn the embryo,
When Maharaj Parikshit was in the womb of Uttara, his mother, Ashwatthama wanted to kill the only descendant of the Yadu dynasty, but Lord Krishna protected the child. И также мы знаем случай, когда Ашватхама воспользовался брахмастрой, чтобы убить младенца, который находился в чреве Уттары Махараджа Парикшиту. И это был единственный наследник династии Яду. Но Кришна сумел нейтрализовать это оружие. So in order to counteract these different weapons, you have to think very quickly and you have to be very expert in be able to recite the mantras very perfectly. И чтобы нейтрализовать таким образом все виды оружия, человек должен действовать очень быстро и быть большим экспертом в том, чтобы произносить соответствующие мантры. One would have to be very competent in reciting the mantra, because a little defect in reciting the mantra will produce another effect, a different effect. И человек должен быть очень квалифицирован и в произношении мантр, поскольку даже небольшая погрешность в произношении меняет мантру, и это изменит эффект этой мантры. So Lord Krishna was certainly very expert in this matter. И, конечно же, Господь Кришна был экспертом в этом. And then another example was given about Krishna's expertise, describes in relation to the rasa dance. И еще один пример, который связан с искусностью Кришны в делах, связан с танцем раса. Lord Krishna is dancing the rasa lila with many gopis, and each of the gopis are anxious to be with Lord Krishna. И когда Кришна танцевал со многими гопи во время танца расы, каждая гопи горела желанием быть с Кришной. So in order to satisfy the minds of the gopis, Lord Krishna expanded himself so that he could be with each and every gopi. И чтобы удовлетворить умы гопи, Кришна распространил себя во множество экспансий, чтобы составить пару всем гопи. And each gopi was thinking, I'm dancing with Krishna. Krishna's with me. И каждая гопи думала, что я танцую с Кришной, Кришна рядом со мной. So in this way, all the gopis, their minds were satisfied because they're thinking, I'm with Krishna. Lord Krishna's my lover. И таким образом умы всех гопи были удовлетворены, поскольку они думали, что я танцую с Кришной, Кришна мой возлюбленный. Just like if a woman has a lover, and then she sees her lover with another woman, she will not be very happy. She was thinking, I thought he loved me. Why is he with this other woman? Например, когда у женщины есть возлюбленный, она видит его с другой женщиной, она очень злится и думает, я думала, что он любит меня, а он сейчас другой. Of course, if a woman sees a man with another woman, then that's the end. She'll get really angry, and there will be divorce, or she will hate him, and there will be so many conflict, there will be bitter conflict. И, конечно же, когда женщина видит своего возлюбленного с другой, это приводит ее в гнев, и последствия могут быть непредсказуемыми, может быть развод, или она начнет ненавидеть его, будет серьезный конфликт. But Lord Krishna is so expert that he can have many gopis, and he can be with each of them and keep them all happy, all satisfied. Но Кришна был настолько искусен, что, имея такое множество гопи, он был с каждой из них, удовлетворяя ее, делая ее удовлетворенной и счастливой. And there was a similar event took place also during the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu at the time of Rath Yatra. И также подобное событие случилось во времена Господа Чайтаньи Махапрабху во время Радха-Ятры. There were seven different Sankirtan parties, and Lord Chaitanya divided the devotees into different groups, and people from different villages, they each had their own Kirtan party.
So there were seven different groups of kirtan. И было семь, семь различных групп киртана, которые проводились в разных деревнях, в разных местах. And in each group, some people were assigned, one person was assigned to be the lead singer, and someone else was the main dancer, and then there were many other two madanga players in each group. И в каждой группе был лидер, который вел киртан, был тот, кто был главным танцором на этом киртане, и также в каждой группе было по два мридангиста. And many people playing картаус. И много людей играли на караталах. So each of the groups were eager to have Lord Chaitanya come and dance in their group, in their kirtan party. И все хотели, чтобы Господь Чайтанья пришел именно на их киртан, в их группу. So just as Lord Krishna expanded himself in the time of the rasa dance, Lord Chaitanya Mahaprabhu also expanded himself to appear in each of the kirtan parties. И подобным же образом, как Кришна распространил себя во многой экспансии во время танца раса, Господь Чайтанья распространил себя в множество, распространил себя в несколько форм, чтобы появиться на каждой, на каждом из этих мероприятий. So each of the groups were thinking, Lord Chaitanya is in our party, he's dancing in our party. И каждая группа думала, Господь Чайтанья здесь у нас, вместе с нами, Он танцует у нас. And this pastime could only be seen by very fortunate devotees who were blessed with the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И это видели лишь те преданные, очень удачливые преданные, которые получили милость Господа Чайтаньи Махапрабху. Just like the king of Puri, Maharaj Prataparudra, he was able to see this, and when he saw it, he was wow, look at this, Lord Chaitanya is in each party, he's dancing in each party. But he could see it, the king could see it, but not everybody else could see it. Как, например, одним из таких людей был Махарадж Пратапарудра. Он видел, что Господь Чайтанья присутствует в каждой из этих групп, и он был этому чрезвычайно поражен. Но это не значит, что каждый мог видеть это. Это видел только Махарадж Пратапарудра. So the devotees told the king, you are very, very fortunate. You are blessed with the mercy of Lord Chaitanya. И преданные сказали царю, ты очень-очень удачлив, ты благословлен милостью Господа Чайтаньи Махапрабху. Okay, number 17. 17 качество. Благодарный. Благодарным называют того, кто всегда помнит о добре, которое сделал для него друг, и никогда не забывает его услуг. В Махабхарате Кришна говорит, когда я был вдалеке от Драупади, она со слезами на глазах воскликнула, «Хей, Говинда!» Ее зов сделал меня ее должником, и этот долг все время растет в моем сердце. Эти слова Шри Кришны доказывают, что для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, достаточно просто взывать к Нему «Хей, Кришна! Хей, Говинда!» So this is a very nice quality. It shows how Krishna is so grateful to anyone who gives service to him. Это качество благодарный говорит о том, что Кришна всегда очень благодарен тому, кто сделал для него какое-то служение. The word grateful describes any person who is appreciating the help which we get from another person. И благодарны это то качество, когда любой человек он ценит помощь кого-то, кто какого-то другого человека. Somebody gives us some benediction or they help us, then we should never forget the fact that they did something for us to help us. That is gratitude. Например, кто-то получил какое-то благо, какое-то благословение,
И он никогда не забывает, этого добра. So we're given an example from the Mahabharata, how when Draupadi was lost in the gambling match, at that time, they tried to disrobe her. She was taken by the Kauravas, and they wanted to rip off her dress. И здесь приводится история из Махабхараты, когда Драупади была проиграна, в игре в кости и была захвачена Кауравами, и они хотели снять с нее одежды. So Draupadi was in great distress. Her husbands were there, but they couldn't do anything to help her. И Драупади была в великом горе, поскольку ее мужья находились тут же рядом, но не могли ей помочь. Because they had lost her in the gambling match. They had allowed their wife to be the wager in the gambling match, and it was a game of dice. And the dice were loaded, it wasn't a fair game, and they lost the wager, and the result was Draupadi became the servant of the Kauravas. И мужья ничего не могли поделать, поскольку они проиграли ее в этой игре в кости, и она, поскольку она стояла на кону в этой игре, то потеряв ее, проиграв ее, Драупади стала служанкой Кауравов. So one of them untied her hair, and then they tried to rip off her cloth. They wanted to see her without the covering, without her body being covered. И один из Кауравов, он распустил ее волосы, другой, он попытался снять ее одежду, чтобы увидеть ее неприкрытое тело. You have to understand, Draupadi was the most beautiful of all women. И вы должны понимать, что Драупади была одной из самых прекрасных женщин. She was not actually born of this planet. She was from the demigod, planets of the demigods. She was actually coming from the higher planets, and she didn't appear from the womb. She took birth from the fire. She was born from a sacrificial fire. И она не была рождена на этой земле, она пришла с райских планет. Она не была рождена из чрева женщины, она вышла из огня, из жертвенного огня. So her beauty just bewildered the minds of the most powerful men, these great Kshatriya men who were great warriors, who were very powerful and who had the ability to enjoy lots of women. They were all completely overwhelmed whenever they saw Draupadi. И ее красота, она поражала умы многих кшатриев, у которых было множество красивых женщин, но тем не менее ее красота сбивала их с толку. And just the fragrance of her body was so overwhelming that people's minds would become completely captivated by her. И даже запах, исходящий от ее тела, настолько охватывал умы людей, которые находились рядом с ним, что они мгновенно, их ум мгновенно был захвачен ей. So they tried to humiliate her by doing this. They wanted to disgrace her and humiliate her. И раздевая, и желая раздеть Драупади, они хотели этим унизить ее. But Draupadi showed herself to be the great devotee, which she is. Но Драупади проявила себя великой преданной, которой она и была. And instead of humiliating her, they were humiliated, and she was glorified. И вместо того, чтобы унизить ее, они были унижены сами, а она была прославлена. Just like we see the law today, that if a man does something, if a man harms a woman, then it is very sinful, and the police can come and arrest a man, he's put in jail. It's, even if the woman may be the man's wife, if he abuses her, the man can go to jail.
И даже в наши времена, когда мужчина причиняет какую-то боль женщине, то может просто прийти полиция и забрать его, посадить в тюрьму. То есть если даже это ее муж, оскорбление женщины, оно недопустимо. So Draupadi, she was glorified because when they tried to take off her dress, she took shelter of Lord Krishna and she called out the holy name of Lord Krishna, Hey Krishna, Hey Govinda. И Драупади была прославлена тем, что когда вы пытались снять ее одежды, она приняла полное прибежище у Кришны и взывала к нему, Hey Krishna, Hey Govinda. So we can see, even though it's not Kali Yuga, the chanting of the holy name was being there. Draupadi chanted the holy name and it took full effect. И хотя это не была Кали-Юга, тем не менее святые имена произносились и в то время, и Драупади получила от этого полный эффект. The effect of her chanting the holy name was that Lord Krishna came in the form of the unlimited sari and kept her body covered. И результатом повторения святого имени было то, что Кришна пришел в форме бесконечного сари, и таким образом ее тело всегда оставалось закрытым. So this is a very important example that how Lord Krishna is not different from his holy name, and because Draupadi called the holy name, Lord Krishna immediately appeared in his holy name and he came there in the form of the sari to protect her. И таким образом этот пример показывает, что Кришна не отличен от своего святого имени, поскольку Драупади позвала его, назвала его святое имя, то Кришна пришел к ней в форме бесконечного сари и защитил ее. So we see how Krishna was appreciating the fact that Draupadi had taken shelter of his holy name. И мы видим, насколько Кришна оценил тот факт, что Драупади приняла прибежище у его святого имени. Actually, there's another pastime also which relates to this pastime. На самом деле есть еще одна еще одна игра, которая связана с этой игрой. It is said that before this took place, that one day Krishna, Lord Krishna, was peeling a fruit for himself. And in the course of his peeling the fruit for himself, somehow he had cut his finger, and his finger was bleeding. И за несколько дней до этого события Кришна резал себе фрукт, и каким-то образом он порезал себе палец, и пошла кровь. So at that time, Draupadi ripped a piece of cloth off of her sari, and she used it to make a bandage for Lord Krishna's finger. И тогда Драупади, она оторвала кусочек от своего сари и использовала его как повязку, которую она наложила на палец Кришны. So Lord Krishna told her, in the future I will repay you for that sari. И Кришна ответил, в будущем я отплачу тебе за это сари. So when it came to the gambling match and they tried to take off the cloth of Draupadi, at that time, Krishna came in the form of the unlimited sari. This was Lord Krishna's gratitude. И таким образом, когда произошел этот произошла эта игра в кости, Кришна пришел туда в форме бесконечного сари, и в этом выражалась его благодарность. Lord Krishna never forgets any service a devotee does for him. Таким образом, Господь Кришна никогда не забывает служение, которое преданный сделал для Него. Okay, go ahead. Махамантра Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари — это тоже обращение к Господу и Его энергии. Можно представить себе, насколько Верховный Господь обязан тому, кто постоянно взывает Господу и Его энергии. Господь никогда не сможет забыть такого преданного. В приведенном стихе ясно говорится, что тот, кто взывает Господа, тотчас обращает на себя его внимание, делая Господа своим вечным должником. Okay, so the chanting of the holy name is described as
It's a prayer to the Lord, and it's also the answer to the prayer. И молитва, обращение к Господу, это молитва, мантра, это обращение к Господу в форме Его святого имени, это молитва, обращенная к Нему, и также одновременно это ответ на эту молитву. We're praying to the Lord, and we're also praying to His energy. Мы обращаемся в молитве к Господу, а также обращаемся к Его энергии. Hare represents the energy of the Lord. Hare представляет собой энергию Господа. So when we chant the Maha Mantra, we're praying to the Lord, O Supreme Lord Krishna, O Supreme Lord Rama, O Supreme Energy of the Lord Hari, please engage me in your service. И когда мы произносим Махамантру, мы молим о том, что о Верховный Господь Кришна, о Верховный Господь Рама, пожалуйста, о энергия Господа, пожалуйста, задействуйте меня в служении. And this prayer is also the answer to our prayer, because by chanting the holy name, we're being engaged in service. И эта молитва также является и ответом на нашу просьбу, поскольку само произнесение этой мантры вовлекает нас в преданное служение Господу. So what comes with chanting the Hare Krishna mantra? What comes with chanting Hare Krishna mantra? More chanting. И что приходит благодаря повторению Хари Кришна мантры, так это еще большее повторение мантры. One girl was chanting the holy name, and she said to Prabhupada, Prabhupada, I see a bright light when I chant. Prabhupada said, it's okay, keep chanting, it will go away. И была такая история, когда одна девушка повторяла Махамантру, и она сказала Прабхупаде, Прабхупада, когда я повторяю Махамантру, я вижу яркий свет. И Шрила Прабхупада ответил, просто продолжай повторять, это пройдет. We don't want to simply go into the light and merge with the oneness. We want to keep our individuality, and we want to go on and ultimately see the Supreme Lord Krishna. То есть мы не хотим идти за этим светом и сливаться, быть едиными с этой, с Браманом. Мы хотим увидеть Господа Кришну. So we should understand how much Lord Krishna appreciates a devotee who chants the holy name. И таким образом мы можем увидеть, насколько Господь Кришна ценит преданных, которые воспевают Его святое имя. There's a verse which says Lord Krishna is saying to His devotees, saying, Naham tishtani vaikunte yoginam ridayeshuva tatra tishtani narada yatra gayanti madbhakta. Lord Krishna is telling His devotees that I am not in Vaikuntha, I'm not in the spiritual world, and I'm not in the hearts of the yogis who meditate on me, but I am wherever my devotee like Narada is chanting my holy name. И Кришна произнес такой стих, когда он обращался к своему преданному. Он сказал, я не на Вайкунтхе, я не в духовном мире, я не в сердцах йогов, которые медитируют на меня. Я нахожусь в сердцах таких преданных, как Нарада, которые повторяют мое святое имя. So it's stated that by chanting the holy name, then Lord Krishna is immediately attracted to that devotee. Таким образом утверждается, что Кришна медленно привлекается тем преданным, который повторяет Его святое имя. And so Krishna is obliged to that person. И Кришна таким образом он захватывается этим преданным. Of course, we have to chant the holy name with quality. We cannot think can just chant the name in a casual manner. We have to chant the name with feeling, with love. И, конечно же, мы должны произносить святое имя с чувством, с любовью, а не небрежно.
Just like Draupadi, she was in a very difficult situation. You know, these men are molesting her. So certainly she would be very, when she called the holy name of Krishna, she'd call with desperate, with great love and calling for, longing from the heart that, oh Krishna, please save me. And Krishna came. И, например, как Драупади, она была в очень сложной, в очень трудной ситуации, эти мужчины не приставали к ней, и тогда она взмолилась: Кришне, пожалуйста, спаси меня. The devotees in Mumbai, in India, one evening, they were all in the temple room, there was many people there, it was a big program. And then the building began to shake. And all the, it was like there was a tremor, there was going to be an earthquake. So all the people, they were told, quick, get out the building, everybody get out the building. And they all rushed out the building, and they were outside in the courtyard, and they were chanting, and they said it was the best rounds they ever chanted. И Драупади в это время повторяла со всей силой от всего своего сердца. Также есть история, которая произошла в Мумбаи, когда преданные были в храме в Мумбаи на программе, началось землетрясение, и все здание начало трястись, и все они выбежали во двор, и потом они говорили, что это было самое лучшее воспевание в их жизни. So, when we're in that life-threatening situation, then certainly we will chant the name with feeling. Таким образом, когда есть угроза нашей жизни, мы повторяем святое имя с большим чувством. But we have to prepare for that. We have to practice regularly. Even though we may not be in a life-threatening situation, we may be very comfortable, still we have to chant the holy name. Но мы должны подготовиться к этому, даже когда мы находимся в комфортных условиях, где нет угрозы для нашего тела, тем не менее мы должны повторять святое имя. We have to take shelter of the holy name. It's our only shelter in this Kali Yuga. И мы должны принять прибежище у святого имени, поскольку это единственное прибежище в Кали-Югу. Go ahead. Известен другой пример того, как Кришна чувствовал себя обязанным. Это касается его отношений с Джамбаваном. Когда Господь пришел на землю в образе Господа Рамачандры, Джамбаван, великий царь обезьян, верой и правдой служил ему. Поэтому, когда Господь вновь явился в образе Господа Кришны, он взял себе в жены дочь Джамбавана и оказывал ему почтение, которое надлежит оказывать старшим. Любой честный человек чувствует себя в долгу перед своими друзьями, которые сослужили ему какую-либо службу. А поскольку Кришна самый честный из всех честных людей, как он может забыть свой долг по отношению к тем, кто ему служит? All right, so we're given an instant of Krishna feeling obligation due to his dealing with Jambavan. И здесь приводится пример того, как Кришна чувствовал себя обязанным по отношению к Джамбавану. Krishna was so grateful to Jambavan because Jambavan helped so much in his previous incarnation. As Lord Ramachandra, Jambavan was one of the leaders of the monkeys, the monkey armies who came to help Lord Ramachandra to fight Ravan. И Кришна очень ценил Джамбавана, он очень был благодарен ему, поскольку в своем прошлом воплощении, когда Кришна приходил в образе Рамачандры, Джамбаван был предводителем армии обезьян, которая помогла ему сразить Раван. So the result. It happened that in Lord Krishna's incarnation, there was a special jewel called the Shaimantaka jewel, which was producing gold. And that jewel was stolen. It was stolen by a person, and then later on it was found by Jambavan. And Jambavan took the jewel and brought it and gave it to his child. И когда Господь приходил как Кришна, случилась эта история с драгоценным камнем Симантака, который был украден, однако Джамбаван нашел этот камень и отдал его своему ребенку как игрушку.
So it happened that Lord Krishna had to go and find that jewel and bring it back. And when he went to find the jewel, then he found that it was there. Jambavan's child was playing with it. So Lord Krishna coming there, Jambavan did not recognize Lord Krishna. And there was a great fight between Jambavan and Krishna. И Кришна в поисках этого камня он нашел его в пещере Джамбавана и увидел, что его ребенок играет с ним. И поскольку Джамбаван не узнал его, не узнал Кришну, то началось великое сражение. And they fought for many, many days. And Jambavan couldn't defeat. Then finally he understood that this person must be Lord Krishna, that nobody else could fight and so much power, that he must be non-different from Lord Ramachandra, that this must be the incarnation of Lord Ramachandra. So then Jambavan surrendered to Lord Krishna. И они с Кришной сражались много-много дней, и Джамбаван был удивлен тому, что этот человек может сражаться с ним так долго, и в конце концов он понял, что это должно быть воплощение Господа, поскольку никто не мог сражаться с ним такое продолжительное время. Он понял, что это воплощение Господа Рамачандры, и тогда Джамбаван предался Господу Кришне. And Jambavan then gave the jewel to Krishna, and then he also gave his own daughter. He had a daughter, Jambavati, and she became one of Lord Krishna's principal wives in Dwarka. И тогда Джамбаван отдал этот камень Симантака Господу Кришне, а также отдал ему в жены свою дочь Джамбавати, которая стала одной из главных жен Кришны в Дварке. Yeah, there are eight principal queens there in Dwarka, headed by Rukmini, of course, and then Satyabhama, and then Jambavati, and other. So there are eight principal queens. But of course, Krishna married 16,100 other queens, but still the original eight. Jambavati was one of the first queens of Krishna. Yeah. Джамбавати, она была одной из восьми главных цариц Двараги, одной из самых из восьми главных жен Кришны. Конечно же, у Кришны было 16108 жен, но Джамбавати входила в список тех самых первых самых главных жен Кришны, которыми руководила, конечно же, Рукмини. Okay, so we will stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. Any questions? Yeah, there are some questions in the chat. Матаджи, пожалуйста, начинайте ваши вопросы, Валентина. Матаджи, ваш вопрос. Матаджи, Валя? Харе Кришна. Харе Кришна. Да, чуть вас подвисает так. Ага, спасибо. Харе Кришна, примите мои поклоны. Сейчас я открою. Примите мои поклоны, Гуру Махарадж, собравшиеся преданные. Ваше святейшество, скажите, пожалуйста, нужно ли как-то специально развивать качества, или они проявляются в процессе преданного служения? И вот развитие этих качеств – показатель духовного роста. Просто смотришь на чистых преданных, да, в парампаре, они проявляют очень много качеств Кришны. Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. Your Holiness, please, the question is, should we, whether it's necessary to develop qualities, or they manifest themselves in the process of devotional service? And is it an indicator of spiritual growth? When you look at it, pure devotees in Parampara, they show many qualities of Krishna. Thank you. Yes, we develop the qualities by devotional service. Да, мы развиваем качество с помощью преданного служения.
it's not that we have to separately think about cultivating these qualities, but in the course of our devotional service, these qualities should naturally develop. Это не значит, что мы должны специально каким-то образом развивать эти качества, просто они возникают естественным образом в процессе преданного служения. Of course, we have to try, we have to be conscious, just like devotees should be compassionate, and so we should think about that, you know, about being compassionate to others. It's not that it just happens naturally. We have to understand what is the proper behavior of a devotee, and then try to emulate that kind of quality. Но, конечно же, мы должны быть осознанными, то есть мы должны проявлять какое-то сострадание, и это не берется на пустом месте, то есть мы должны не должны это качество имитировать, мы должны думать, как мы себя ведем. So in one sense, you know, in one sense we say yes, it develops by devotional service, but at the same time we have to also desire to develop these good qualities. И еще один момент, то есть эти качества, мы не должны думать, что они просто должны прийти к нам в результате преданного служения, мы должны иметь желание развить эти качества. Just like, you know, a devotee can't be lazy and dirty, you know, we have to take care of things, we have to do what the proper, we have to make arrangements for these different things, to keep everything neat and clean, and we have to also be careful not to be lazy and just sit back and do nothing. We have to use our time carefully. То есть, например, преданный не должен быть ленивым или грязным. То есть мы должны делать все, организовывать все таким образом, чтобы эти качества не проявлялись в нас. То есть мы должны держать все в чистоте и использовать все свое время очень осторожно с пользой. Не быть ленивыми. So we do want to be conscious of these qualities. То есть мы должны осознанно подходить к этим качествам. We should be thinking, I'm a devotee, I'm supposed to be a devotee, I shouldn't be lazy, I shouldn't get angry, you know, sometimes we get very emotional and angry, I should keep calm, you know. One of our devotees was telling me, this is one lady who's a devotee, her husband's not a devotee. And so she told me that sometimes she gets very angry with her husband, you know, and her husband will say to her, you know, he say, you do so much chanting and you get so angry, you know, what good is all your chanting that you're getting so angry? And so she realized, you know, this is true, that she shouldn't be so angry. It doesn't do any good. То есть преданный должен проявлять в себе все эти хорошие качества, он должен быть чист, он не должен быть ленив, он не должен гневаться. Например, есть преданная, которая замужем за непреданным, и иногда муж ее провоцирует настолько, что она становится очень гневной на него, и тогда ей муж в эти моменты говорит: значит, ты недостаточно, ты так долго повторяешь святое имя, но при этом все еще гневаешься на меня. И она действительно в какой-то момент поняла, что да, я так много времени повторяю, но все еще гневаюсь. So we have to be constantly reflecting on these things. We have to be looking at ourselves. You know, we say before you can become Krishna conscious, first you have to be conscious. So we have to be conscious of our own self, of our own qualities, what kind of behavior we have and what things we're doing, are they proper for a devotee? То есть мы должны быть осознанными. Часто говорится о том, что прежде чем стать сознающим Кришну, нужно стать осознанными сами по себе. То есть мы должны понимать, быть осознанными в том, что мы думаем, в том, что мы делаем. Является ли наше поведение достойным поведения преданного? Understand? Вот этот момент понятен, Матаджи. Хари Кришна, да, спасибо.
Consciousness, to be conscious is very important. Yes. Thank you. Okay. Next question? Yeah. Юна Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж и все преданные. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны и вся слава Шриле Прабхупаде. У меня вопрос по прошлой лекции. Камса и Хираньякашипу прекрасно понимали ведическую философию и знали, что Кришна — это верховная личность Бога. Дурьотхана тоже имел хорошее образование. Но все они выступали против Кришны и пытались его убить. Что было не так в их знании? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances of glories to Srila Prabhupada. My question is concerned with previous lecture. Kamsa and Hiranyakashipu understood Vedic philosophy perfectly and knew that Krishna is the supreme personality of Godhead. Duryodhana also had a good education, but they all opposed Krishna and tried to kill him. What was wrong with their knowledge? I don't know how you know that Kamsa and Duryodhana understood Krishna to be the Supreme Personality of Godhead. I don't know where you got that from. Mataji said that Kamsa and Hiranyakashipu understand philosophy and knew that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Yeah, but how did I never heard that they knew that Krishna is the Supreme Personality of Godhead? That's, I don't see that. That's not so. Но я нигде не видел, чтобы вот Камса и Хиранякашипу они знали, что Кришна это верховная личность Бога. Мне нигде это не встречалось. Камса knew that the eighth child of Devaki was born to kill him. So he knew this child was going to kill him. Камса знал лишь, что восьмой ребенок Деваки убьет его, и поэтому знал, что он Кришна его убьет. And Камса also knew that in his previous life he'd been killed by Vishnu. И Камса только знал, что в своей предыдущей жизни его убил Вишну. So Камса hated Vishnu. И Камса ненавидел Вишну. He's not a devotee. That's the point. Камса и Дурьодхана are not devotees. Но Камса не был преданным. Камса и Дурьодхана это не преданные. They're against Krishna. They're against Vishnu. They're the enemies. Они выступают против Кришны, против Вишну. Они враги. There's two kinds of people. There's the devotees and the demons. They were demons. Есть два вида людей, преданные демоны, и они были демонами. So demons are always opposed to Krishna. They're always opposed to Lord Vishnu and Krishna. They don't want to accept Krishna's authority. И демоны, они всегда противостоят Кришне, они никогда не принимают его авторитет. It's that simple. Это просто. They're just demons. They don't want to surrender to Krishna. They don't want to surrender to God. They want to be the supreme themselves. И они были демонами. Они не хотели предаваться Кришне. Они не хотели предаваться Богу. Они хотели быть верховными сами. They're not devotees. Но они не преданные. Next question. Следующий вопрос, Елена Дмитриева Матаджи, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня два вопроса. Первый. Вы сказали, что божества Кришна и Баларама очень любят красивые одежды. Что можно сказать про божеств Гауранитай? Вы говорили, что они любят киртан. Должна ли я прилагать усилия для заказа новых красивых одежд или делать упор на воспевание дома? Ну, хочется божествам и новой одежды приобрести, пошить, но не нахожу на это пока возможности. Стоит ли прилагать в этом усилия или делать, что можешь? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. I have two questions. The first one is, you said that the deities Krishna and Balaram, they are very fond of beautiful clothes. What can be
be said about Gaura Nitai deities. You said they love kirtan. Should I make an effort to order new beautiful clothes, or should I focus on singing at home? But I want the deities, I want to buy new clothes for deities to use them something, but I don't find the opportunity for this yet. Is it worth making an effort in this point, or do what I can do? Well, of course you do what you can do, but at the same time you have to make an effort. Конечно же, вы должны делать то, что вы можете делать, но в то же самое время прилагать усилия. Yeah, Gaura Nitai also like nice clothes. Gaura Nitai также любит красивые одежды. Lord Chaitanya always dressed immaculately. И Господь Чайтанья всегда одевался очень самым удивительным образом. So we dressed Lord Chaitanya in the mood which was he was in before he took sannyas. И мы одеваем Господа Чайтанью таким образом, каким он одевался до саньяса. So he's still in the grihastha ashram and he's dressed very beautifully. И когда он был в грихастха ашраме, он одевался очень красиво. So you should try to have nice clothes, nice outfits for the deities. То есть вы должны попытаться нарядить божеств в прекрасные одежды. Usually for special occasions we will have a new dress. Обычно для каких-то специальных событий мы изготавливаем для них новые одеяния. Special occasions means days like, well, Govardhan Puja or Diwali, that's a special occasion during the month of Kartik. And then also Gorpunima, Janmashtami. И особые события это такие как Гвардхана Пуджа или Дивали во время месяца Картика или Горупурнима или Джанмаштами. You can consider which days you think are most important on the calendar. И вы можете выбрать какой-то день, который вы будете считать самым особым в календаре. And some people they like to give importance to the appearance of Lord Nrisingadev, Nrisinga Chaturdasi. Некоторые люди они выделяют Нрисимха Чатурдаши день явления Господа Нрисимха. But there should be at least two or more important days in the year, and you try to get new dresses for the deities on these days. Но в году должно быть два или больше таких особых дня, когда вы должны стараться делать, преподнести божествам новые одежды. And you should make little necklaces and ornaments for the deity. И вы должны делать какие-то маленькие украшения, ожерелья для божеств. So this is the deity worship. You have deities there, you have to dress them, you have to take care of them and give them love and affection by getting nice dresses and ornaments and offering nice worship. И таково поклонение божествам, то есть вы должны оказывать им божествам внимание, должны проявлять свою любовь и преданность через предложение, через то, что вы делаете им замечательные подношения. So doing kirtan is very good, very nice, yes. You want to have nice kirtan. They like kirtan, but they also like nice dresses. Да, божествам очень нравится киртан, вы должны петь для них киртан, но также божествам нравятся и красивые одежды. So do your best, try. Поэтому старайтесь как можно лучше, пытайтесь сделать это. Gaura Nitai are, you know, the dresses for Gaura Nitai are very simple. You only need a dhoti and a chador. You don't need a lot of cloth. И одежды для Gaura Nitai не очень просты. Вам нужно только дхоти и чадор. Им не нужно слишком много одежды. So try your best to show your love and devotion. Поэтому пытайтесь сделать все
самым наилучшим образом, чтобы показать вашу любовь и преданность. Окей. Я хочу это уточнить, Матаджи Татьяна. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот у нас есть божество в храме, и вот дома божества, и у меня немножко, ну, такое, знаете, непонятное чувство. То есть, с одной стороны, я сначала к храмовым божествам привязалась, да, а потом домой пришли божества, и к ним привязалась, и вот не могу понять, как вот в данном случае поступать. То есть, со всеми божествами какие-то другие отношения, или вот как бы мы везде видим Кришну, да, и ко всем одинаково относимся божества. Как вот тут понять? I have a little question, Guru Maharaj. We have deities in the temple, and then deities came to my home. And for the first time, I was very affected to the deities in the temple. And then when the home deities came, I just felt, now I feel affection to them, and how to do. What I don't know what to do now. My attitude to all the deities should be equal, or it should be different attitude to different deities? Well, I think naturally you have affection more for your own deity. You're taking care of it in your own home, so naturally there's going to be more affection there. И я думаю, что более естественным является привязанность к божествам, которым вы служите дома. Это ваши божества, которым вы служите лично, поэтому здесь привязанности больше. At the same time, you should also have affection for the deity in the temple, because your temple, you go there to the temple, you were introduced to Krishna consciousness there, and so they have a lot. You have a lot of, you have a strong connection with the deities in the temple also. Но вместе с тем вы познакомились со знанием Кришны в храме, и божества в храме имеют к этому отношение, поэтому вы также должны быть к ним привязаны. Well, certainly you want to understand they're not different. The deities you have at home are not different from the deity in the temple. Но в то же самое время вы должны понимать, что божества в храме не отличаются от божеств, которые у вас дома. So just try to understand philosophically that Krishna is or Gornitai, they're manifest in these different places. It's the same Gornitai. И просто понимайте это с философской точки зрения, что Кришна, он проявляет себя в разных местах, и Gornitai, они проявляются везде, это те же самые Gornitai. Just try to see through the eyes of scriptures. Просто пытайтесь смотреть на это все глазами священных писаний. Okay. Хорошо, спасибо. И вот второй вопрос, который я написала. Сейчас я читаю. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что он талант в человеке. Вот если, например, я пишу стихи, но мотив у меня не чистый. Я, конечно, пишу про Кришну, но не для его удовольствия. И мне хочется писать, может даже издать книгу. Также преданная одна написала песню на эти стихи. И преданные говорят, пиши, но вдруг это просто мое материальное желание, которое только раздувает эго. Как будет Гуру Махарадж? Продолжает ли писать стихи, делиться ими с преданными? Или так как мотив нечистый, нужно как-то по-другому себя вести? Спасибо. The second question is, in the Bhagavad Gita, Krishna said that he is a talented person. For example, I write poems, but my motive is not pure. Of course, I write about Krishna, write poems about Krishna, but not for his pleasure. And I want to write, maybe even publish a book. Also, there is a devotee who wrote a song on my poems. And all the devotees say, please write. But what if it's just my material desire, which only increase my ego? What should I do, Guru Maharaj? Should I continue to write poems, share them with the devotees, or since the motive is not pure, should I behave differently? Yes, being poetic is a devotee quality, so we encourage you to keep writing,
certainly not against the interests of devotional service. You just have to purify your consciousness. И поэтичность — это одно из качеств преданного, поэтому мы воодушевляем вас продолжать заниматься этой деятельностью. Вы просто должны очистить свое сознание для этого. Naturally, your motive is not pure. You're still, you know, you're still a kind of new devotee. So it will take some time to purify yourself, but keep writing, and gradually you'll become purified. И, естественно, ваш мотив пока не очень чист, поскольку вы новичок в этом деле, вы неофит, преданный неофит, но вы продолжаете писать, и постепенно ваш мотив очистится. So continue your writing and just pray to Krishna, and Krishna will help you to purify that consciousness. Просто продолжайте писать и молитесь Кришне, и Кришна очистит ваше сознание. Валентина Матвеевна, ваш вопрос, пожалуйста. Матвеевна, Валя, вас не слышно. Слышно меня? Да. Харе Кришна. Да, да. Так, сейчас я, по-моему, у Елены Матаджи тут еще один вопрос, нет? Нет, простите. Она уже прочитала все, да. Все, да? Я хотела уточнить, Гуру Махараджа, вы сказали, что Драупади пришла с райских планет. И в то же время она была предана и знала Кришну. То как понять, почему она не с духовного мира пришла? You said that Draupadi came from the heavenly planets, and at the same time she was a devotee and knew Krishna. Why is she not from the spiritual world? Well, she came at the when Draupada Maharaj was doing the fire sacrifice, he wanted a son who would kill Drona. So it was not a pure motive. И когда Махарадж Трупада проводил жертвоприношение, он хотел в результате этого жертвоприношения получить сына, который бы убил Дрону. То есть у него не было чистого мотива. Right? It was not pure devotion which brought her here. But she came here to facilitate the death of Drona. То есть не было чистого мотива, который бы призвал ее сюда. Таким образом, она была предназначена для того, чтобы убить Дрону. The whole battle of Kurukshetra came about because of Draupadi. На самом деле вся битва на Курукшетре случилась из-за Драупади. So, she, although she's a devotee, there was some. She was involved with this whole intrigue with the and brought about the battle of Kurukshetra. И хотя она была преданной, тем не менее она была вовлечена во всю эту интригу, связанную с битвой на Курукшетре. But certainly. She's a devotee. She came from the higher planets, and she has a lot of devotion for Krishna. Ну, несомненно, она была предана. Она пришла с райских планет. У нее было, и она обладала большой преданностью Кришне. But she came here not just for pure devotional purposes. She was brought here to bring about that battle of Kurukshetra. Но она пришла сюда не по мотивам чистой преданности, она была приведена сюда, чтобы стать причиной этой битвы на Курукшетре. Okay.
Next question. Yeah. Раджарани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Махарадж, Хари Кришна преданные, примите поклоны смиренные. Шрила Шрила Прабхупаде, благодарю за раскрытие понимания шастры. Вопрос про искусство, про качество искусной. Если это качество приложить к нам, как осуществить его на практике в нашей жизни? В первой главе Гиты Дурьотхана, тоже проявлял свое качество искусной через дипломатию. И хотел удовлетворить всех бойцов своей стороны через свои речи. Должен ли преданный удовлетворять всех преданных? Каков критерий? Шастра Шрила Прабхупада учит нас сначала удовлетворить Кришну и Гуру, а не просто быть хорошим в глазах других преданных. Спасибо. Господин Поклон. Hare Krishna Guru Maharaj and all the devotees, so glorious to Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. Thank you for just revealing the understanding of the Shastra. The question is about this quality of cleverness. This quality is applied to us, how to put it into practice in our life. In Bhagavad Gita, in chapter 1, Duryodhana also showed this, his skill through diplomatic way. He wanted to satisfy all the fighters of his side through his speeches. Should the devotee satisfy all other devotees? What is the criterion for this? Shastra and Srila Prabhupada teach us to satisfy Krishna and Guru first, and not just to be good in the eyes of other devotees. Thank you. I'm not very clear what your question is. You want to know we should satisfy all the... You're saying we have to satisfy Guru and Krishna and not just all the devotees. Я не совсем понял специально, точно понял ваш вопрос. То есть мы должны удовлетворять Гуру и Кришну, а не всех преданных, или что вы имели в виду? But if you satisfy Guru and Krishna, devotees should be satisfied also. Но если мы удовлетворяем Гуру и Кришну, то все остальные преданные будут также удовлетворены. If the devotees are not satisfied, then certainly it's not very good. Something's wrong. Но если преданные не удовлетворены, конечно, это не очень хорошо, значит, что-то идет не так. Prabhupada wanted to see that devotees were kept. The devotees should be happy. They should be satisfied. И Прабхупада хотел видеть преданных счастливыми и удовлетворенными. Can't think it. Oh, Guru is happy and the devotees are not happy. There's something wrong there. То есть мы не можем сказать, что Гуру счастлив, а преданные несчастливы. Тогда что-то идет не так. Devotees should be happy when they see Krishna and Guru happy. И преданные должны быть счастливы, когда они видят счастливыми Гуру и Кришну. Of course, sometimes it does happen that the devotees are not happy with the management or something. You know, sometimes Prabhupada would appoint someone to be the manager and devotees didn't like it. И, конечно, преданные иногда могут быть недовольны, например, менеджментом. То есть иногда Прабхупада назначал кого-то в качестве менеджера, и преданным это не нравилось. Prabhupada was not happy with the devotees. He said, why is this the devotee? Prabhupada said, I sent him there to manage. Why the devotees are rejecting him? И Прабхупада тогда выражал свое недовольство преданным. Я же назначил его быть здесь управляющим. Почему вы его не принимаете? Почему вы его отвергаете? So, I'm not very clear what her question actually is. Can you tell me again?
Матаджи Варджарани, правильно ли Махарадж, ну, как бы понял ваш вопрос, потому что он говорит, что не совсем четко уловил идею. То есть можете ли вы повторить, если я не прозвучал ответ на ваш вопрос? Включите микрофон, пожалуйста, матушка Варджарани. Да, спасибо. Просто, ну, преданные уровни здесь разные. И как удовлетворить всех, если это просто, например, пришел преданный, который не хочет оставаться в ИСККОН, он не изучает философию, он просто приходит есть и танцевать, ему важен материалистичный подход, просто платформа материи. Вот как тут удовлетворять всех, если им не интересна вообще философия? Я вот с этой стороны подошла. There are different levels of devotees. For example, there are some devotees who just come to program just to dance and to eat. They are not interested in philosophy or something else or just service. If we should to satisfy all the devotees, is it should we do it to all the devotees really? Because there are different levels of devotees. Yes. Of course there are different levels of devotees. We have to expect that everywhere. There will be different levels of devotees, but everyone should be kept happy in Krishna consciousness. Some people come to chant and dance, okay, there has to be kirtan. There has to be chanting and dancing. That's an important part of Krishna consciousness. And they just come for that, they're not interested in philosophy, okay. Конечно же, всегда будут разные уровни преданных, и мы должны делать счастливыми их всех. Если человек пришел просто попеть и потанцевать, ну хорошо, значит, должен быть хороший киртан. Not everybody is a philosopher, not everyone has an interest in philosophy, but chanting and dancing is the essence of our philosophy. И не каждому нравится философия, не каждый может, не каждому она интересна, но пение, воспевание и танец – это на самом деле самая суть нашей философии. If they're chanting and dancing, we should think that they've already studied all the philosophy, they've already studied all the shastras in their previous lives, and now they're chanting and dancing. Если они просто воспевают и танцуют, это значит, что они уже изучили всю философию в своих предыдущих жизнях, и уже в этой жизни они просто воспевают и танцуют. That's stated in the third canto, chapter number 32, I think, by Devahuti. And she said, Aho svato cho pachod chogariyan yajshivagre vartate namatubhyam te pasta paste susushur sashnuraya brahmanachur namagre nantiyete. Devahuti is saying that if somebody is chanting the holy name, it's understood that in their previous life they already read all the scriptures and they visited all the holy places and they performed all sacrifices and austerities. And they acquired all the good qualities of the Aryans, and that's how they're able to chant and dance. И в третьей песне Шримад Бхагава, там, насколько я помню, в 32 стихе говорится, что этот стих произнесла Девахути. Она говорит, что если человек воспевает, поет и танцует, это значит, что в своих прошлых жизнях он уже обрел все остальные качества ариев. И именно поэтому он сейчас поет и танцует, иначе как бы он мог это делать, не обладая этими качествами. And Rupa Goswami tells us, we should mentally honor a devotee who chants the holy name. Even they haven't undergone initiation. If they're chanting the holy name, that's very good, and we should mentally honor them. И Шрила Прабхупада говорит, что мы должны выражать почтение в своем уме тем преданным, которые повторяют святое имя, даже если они не инициированы. Okay. So, always offer your respects to a devotee who's chanting the holy name. Таким образом, всегда выражайте свое почтение тем преданным, которые повторяют святое имя. Спасибо, Гуру Махарадж, за ответ. То есть эти преданные, они уже в прошлой жизни все изучили, сейчас они могут не следовать стандартам, а просто, получается, приходить, петь, танцевать и кушать просад. Спасибо. So, am I understand correct?
that in these devotees in their previous lives, they already understood all the philosophy, and now in this lifetime, they just can come, eat, and dance, and chant. И что там вы сказали после того, как они приходят и едят, поют, и отче? Не следовать стандартам. And they come, eat, chant, and dance, and they can not follow the standards. Well, I never said anything about not following the standards. What standards are you talking about? А о каких стандартах вы говорите? Вайди садхана бхакти. These standards. Вайди садхана бхакти. Well, of course, they have to follow the standards. They have to follow some. They have to follow the principles. Ну, конечно же, они должны следовать принципам, должны следовать этим стандартам. I said they've already acquired all the good qualities of the Aryans. Просто они приобрели все качества ариев. So some people are coming casually to chant the holy name. They're beginning their spiritual life. They should be encouraged. И некоторые преданные они скажем так, не повторяют небрежно святое имя, их нужно вдохновлять. They have to begin there. There may be, maybe they're beginning their spiritual life. But anyway, we should be happy that they're coming to chant the holy name. Возможно, они только начинают свою духовную жизнь, но мы должны быть счастливы от того, что они приходят и воспевают святое имя. Next question. Yeah. Вопрос Александра Прабу. Харе Кришна, ваше святейшество, можно ли читать джапу, дополнительные круги, занимаясь чем-то другим, за рулем, в магазине и так далее? Харе Кришна, Your Holiness, is it possible to read japa while doing something else, driving, shopping, and etc.? Well, it's not the best japa. Но это не самая лучшая джапа. Yes, we should always chant the holy name, but we should try to chant the holy name with proper attention. Да, мы всегда должны стараться воспевать святое имя, но мы должны это делать с должным вниманием. So there has to be focused attention on the holy name. But still you can chant. You're going driving, you're going shopping, you can chant. It's okay. But it's not going to be proper japa. То есть джапа должна повторяться с должным вниманием. Конечно же, вы должны повторять всегда и везде. Вы можете повторять святое имя за рулем, и когда вы ходите по магазинам, но это не будет джапа в правильном смысле. We want to put our full focus attention in the holy name. To hear, there should be chanting and hearing. But if you're chanting and driving, your attention is more on where you're driving. I've got a little bit on the holy name, but you're also focusing on driving. Are you going shopping? You're also thinking about what you're shopping. You're not focusing so much on the chanting. So you're doing some chanting, but it's not with full concentration. То есть воспевание, оно должно быть, должно проводиться с полной, абсолютной концентрацией нашего внимания. Если вы, допустим, за рулем, то да, вы можете повторять, но при этом ваше внимание больше сфокусировано на дороге. Если вы, допустим, ходите по магазинам, то вы можете как-то фоном повторять, но при этом ваше внимание больше, ваш ум думает о том, что купить, и поэтому нет полной концентрации на святом имени. But it's good, you're chanting. That is very nice. Но это хорошо, что вы повторяете, это здорово. But don't just only do your japa when you do these things. There must be some time where you only sit and chant, where you don't do other things. Но при этом должно быть какое-то время, когда вы сидите и только повторяете, и не делаете в это время каких-то других вещей. Okay.
next question, Юна Матаджи, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо. Примите мои смиренные поклоны, Гуру Махарадж. Когда Арджуна сражался, он должен был испытывать гнев против врагов. Как это сочетается с качеством смирения преданного? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. When Arjuna was fighting, he must have felt anger against his enemies. How does this combine with the quality of a devotee's humility? When Arjuna was fighting, he was fighting under the order of Lord Krishna. Когда Арджуна сражался, он сражался по приказу Кришны. That is the highest humility. To follow the order of Lord Krishna, even though you don't want to fight, you do it for the service of Lord Krishna. И это высшее проявление смирения, когда вы делаете что-либо как служение Кришне, когда Он приказывает и вам, и если вы даже не хотите этого делать, вы все равно делаете. Humility means to accept the order of your superior. Krishna was superior to Arjuna, and Krishna wanted Arjuna to fight. So that was the highest humility. И смирение — это то качество, когда проявляется, которое человек проявляет, когда следует приказам старшего. А Кришна был старше Арджуны, и он приказал ему сражаться. Таким образом, Арджуна проявил смирение. That's a very important point. You should understand this very carefully. Это очень важный момент, и вы должны очень хорошо понимать. You understand? Ну, вы поняли, да, Матаджи? Yes, I understood, Guru Maharaj. Thank you very much. It's very important. Okay. Спасибо большое, это очень важно. Any other question? Есть ли еще вопросы, дорогие преданные? Можно спросить? Да, Прабху. Харе Кришна, ваше святейшество. Вы говорили, что человека, который повторяет святые имена, может быть, он не всему следует, но повторяет святые имена, нужно к нему выражать почтение в уме. А что значит, как это проявляется в жизни, выражать почтение в уме? Ну, я так понимаю, что если человек выражает почтение в уме, то значит и его поступки, его поведение, оно соответствующее. То есть это не просто как бы человек молча как-то кивнул там или еще что-то, но он и в жизни к этому человеку как-то уважительно относится. То есть это уважение в уме, оно потом переходит же и в действия в какие-то. То есть объясни, Кришна. Guru Maharaj, you thought that we should we should offer our respect to other devotees in our mind. What does it mean? If we just respect people in our mind, our behavior should be the same. It should be also respectful. But what does it mean to be respectful in our mind? Well, it means we should consider. It means we should consider this person as a devotee, that he's on the path of Krishna consciousness. We don't look down on the person. We don't look down on the person, but we see them also as a devotee. То есть мы должны уважать этого человека, то есть видеть в нем преданного, смотреть на него сверху вниз. Hare Krishna? Yes, I can hear you. Okay. So, respect means we
we consider this person that he's on the devotional path, that he's also engaging in Krishna consciousness, he's chanting the holy name. So it's very good, and we think of him also like a devotee. We don't look down on him. И когда мы уважаем преданного, то есть мы видим в нем преданного, когда мы уважаем человека, мы видим в нем преданного, и мы не смотрим на него сверху вниз. Yeah, go ahead. Any other? There is no more. There are no more questions in the chat. Okay, so we finished. Yes, if you like. Okay, so we thank Tanyaina very much for her translation, and thank all the devotees for their questions. And today's Ekadasi here. Is it also Ekadasi there? И спасибо всем, дорогие преданные, за ваши вопросы, за ваше присутствие. Сегодня здесь, сегодня у нас Экадаши, а у вас тоже Экадаши. In Благовещенск we have Экадаши, yeah. Yeah, okay. So have a good Экадаси. Тогда хорошего всем Экадаши. In a few more days, five more days, we will begin Damodar, the month of Kartik, auspicious month of Kartik. Через пять дней начнется месяц Дамодара, Картика. I think the 21st is the beginning of the month of Дамодарастикам, Дамодар Пуджа. 21 октября начнется Дамодар, месяц Дамодара, будет Дамодар Пуджа. So you have to get ready, get your Дамодар pictures out and get your candles ready or your гивикс ready to offer every day. And learn the song, practice the song, Дамодарастикам. Поэтому хорошенько за эти дни подготовьтесь, достаньте изображение Господа Дамодары, приготовьте фитильки или лампады ноги и приготовьтесь петь Дамодараштику. I want to take advantage of the month of Дамодар. It's a very auspicious time to make spiritual progress. И мы преданные всегда хотят извлечь благо из этого месяца Дамодара, поскольку в этот месяц можно достичь хорошего духовного прогресса. Шрила Прабхупад told one devotee, he said, the month of Дамодар, he said, for regular devotees, it's not a big change, because every day we do our hearing and chanting. But the idea of the month of Дамодар, he said, it's like a shop may have a sale. So with the sale, they bring in new customers. So this month of Дамодар is a time when you can bring in new devotees. И Шрила Прабхупада говорил, что на самом деле для тех преданных, которые практикуют регулярно, в этот месяц Картики особо ничего не меняется. Они все равно каждый день слушают и воспевают, но для других это становится как своеобразным, ну, таким магазином. И в это время можно привлечь новых покупателей, новых преданных. So you should also think how you can bring in new people, how you can introduce Krishna consciousness to people during this auspicious month. То есть вы должны подумать, как привести новых людей в сознание Кришны, как вы можете познакомить новых людей с сознанием Кришны в этот благоприятный месяц. You can invite people to come and also offer lamps to Lord Damodar. Вы можете приглашать людей приходить и тоже предлагать лампадки Господу Дамодару. So, please take advantage, try to think how to give Krishna consciousness to others. Пожалуйста, поэтому извлеките из этого максимальное благо и подумайте над тем, как дать сознание Кришны другим людям. So hope you all stay well and healthy, and hope to see you next week. И всем желаю всего самого наилучшего, желаю здоровья и надеюсь увидеть вас на следующей неделе. Okay. Шрила Прабхупад ки. Чай. Гор Бхакти Вринда ки. Чай. Хари Кришна. Хари Кришна.